Come on, let's go. Где у нас? О, Акарус дарит вам подарок. Доллары. Всем упало. Коля, ты уже задолбал своим фартом. Было написано всем на сервере. Мне не было написано. У меня нет земля не вообще никого. Жаль. А, слушай, 1500 баксов. Да? Я не увидел сколько. У меня за эту катку 1500 баксов. Не, ну. А, 600 я вижу. Да, вижу, но. Может, после катки покажут. Ну, ты ж как на тап смотришь. Угу. Да, тапы и там. Да, вижу ноль. Прикольно. Всем дарит. Мне дали 1500. Спасибо. Повезло, повезло. Так, да. Чё, куда? На те две пойдем или туда? Сейчас скажу. Пойдем на Либию. Десантура. Расходники. А, кстати, не кольнуться. Кстати, это. Да. И ботинки, если чё. И ботинки? Да. Не, спасибо. Что-то у меня вообще это вот игре текстуры не успевают догрузить, все мыльное. Ну туман еще. У тебя, кстати, в туман же, по-моему, не очень работает. Ну да, такое. Не, никаких этих кармиков. Уже сратый кармик. Сратые либи, самое то. Славе надо водяных этих убивать. Да, там все одно. Ну, потом дают. Господи, испугал-то как. А ты наступил вот. Пидор хитрый. Поэтому он и по это погнал. Стреляли где-то справа. Да, на кармике. То-то мы туда не пошли. Не, не хочу прям, ломает. Что-то как-то систем. Потому что карта так странно закрывается, что у меня такое ощущение, что он будет где-нибудь на свинине, блин. Подозрительно тихо. Чего ты, урурушечка моя любимая? Кать, для тебя работа. Бабулька, что ли? Не-не-не, не бабулька, а это манекен. А. Идем на золотые акры. Или на Арден сначала. Давай на Арден. Да, в принципе, все. На 90. Погнали. Иди нафиг, я не такая девушка. Я не увидел, главное, у него конфета с ножом уже бежит. Конфет. Охренеть. Да, батя, так бывает. Вот это борзость. Это я понимаю. Слава, я хотела мороженого и решила, что лучше всего к мороженому подходит к мартини. Неплохо. А, дело пошло дальше. О, Хант. Привет. Хант, ребята, вы чё? Да, да. Готов. Да он что-то охерел прям. Ага, такой бежит. Он прям рядом с нами бежит, а я даже ничего не сказала.
А я ее ткнул на него. Я в него дробовиком не попал, офигеть. Я тоже в него не попала. Да то я попал. Ну ты мажор. Это одна зарядка просто. 50 тысяч. Хера он так-то бежит такой. Разойдись, я его убью. У меня спектр, кстати. Да он одиночка. Берете, нет? Я взял уже. Так он одиночка, зачем его? А, ты уверен? Конечно. Ну ладно, пойдем. Давайте-ка я спектр возьму вместо РМР. Да, да, хорошая идея. Это он удачно зашел. Прям мимо нас бежит, я охренел. Он вообще бежит такой, я думал, сначала подумал, моб что ли? Да, я даже ничего сказать не смогла, это будет скромно как-то. Это просто, ну, знаешь, вверх ногу, так я пойду ворон к окну. Ну, у меня чуть не шотнул, кстати, со спектра. Две больших полоски снял. Интересно, куда он так летел? Не знаю. Ну какие-то дела были. Может, в туалет хотел сильно. Деловой парень. Вообще нормально зашел. Там барон на проводах. Да. Где? Ну там тыкнуть нельзя. А, понял. Я попробую. А, ну да, он брал эту точку. Он ли? Ну он... Похоже было, что отсюда бежит. Так, нам на золотые акры, да. Золотые акры, золотые. Так, и все. Может, он оттуда убегал с золотом. Давайте пройдем. Давайте пройдем через дилижанс. Бабки. Я хочу бабку. А, может он взял? Да не, он тут был, вон он этот брал. Да, да. Да, да, да. Он еще ворон. Так странно, а че он один-то был? Ну, может один в катку зашел. Или убил своих напарников. Угу, по моей системе. Напоминает. Да-да. Коля курс преподает, убей напарника. Так они тупые были, писец. Один подлист стал. Второй просто ходил, умирал. А потом я его начал поднимать. Расходником так не колечко заколизилось. Расходник здесь. Ну нам идти на этот через ларек. Че здесь нам ларек туда? У меня. Там... И еще mm-hmm. один там есть. Я пойду второй, пока пойдемте. Все. Хватит с нас. Слава, спустя столько времени у меня нашло на это. Че расходнички? Пойдем. Вон. Может он на выход шел? Ну, мы ему немного времени сэкономили. Правда. Да, да. Он чуть-чуть побыстрее вышел. Когда фармишь, нет времени. Чуть-то лампу взяла. Хочу ворон сжечь, раз уж лампа была на халяву. О, господи, ну давай эти твои. Халява, Коля, наш все. Слева стреляет. А, прямо да, стреляет. Да, там уже да, выносит. За шквалочкой. За шквалкой. Да. С двумя, что ли, пистолетами, что-то патронов до хера. Бабки две. Надо на два пистолета школки нет, по-моему. Ну или два пистолета или. Не знаю, будем заходить под шумок или что? Ну, теоретически можно, но я не захожу. Сука, отлично, где-то спереди прям. Винфилд, опытный стрелок. Прям где-то перед носом моим. Ну, похоже, создание он снял. Да. Сучара, не давай убить. Ты видишь кого-нибудь? Это я сейчас стреляю. Да, я и говорю. Я зомбака убил, чтобы он не мешал. Я никого не вижу. Ну эти пидарюги поди либо с окна, либо с соседней этого. С соседнего здания хуячили. Сейчас скажу, сколько метров. О, стреляет метров. По мне кто-то с глушака. 51 метр у него, Винфилд опытный стрелок. А, херово. Я могу ту шилку на Колю кинуть, чтобы поднять его.
Попробуй. Ну ты смотри, главное, чтоб... Но я его в окно не вижу. Может, в этом доме? Не должен быть по-хорошему. А, вот в этом прям? Это слишком близко. Это не 51 метр. Судя по ощущениям, это должно быть основное здание. С этого, с двери. Двери я сейчас посмотрю. Вон Хан. За забором. Ко мне бежит. Это еще да, одна команда подходит. Хер его знает. Я ее не вижу. Ну, вот он бежит тут. Вижу. Милая, привет. Воу. Откуда стреляет вас? Хер его знает. Отовсюду. Хорошо. Хорошо. Молодец, красный. Меня слышно? Сейчас слышно? Оля? Слышно, слышно? Хуже? Не, нормально. Сильно слышно? Хуже. Плохо слышно? Тихо, очень нормально тихо. Нормально, Коль, слышно тебя. А, нормально, да? Не знаю, я нормально. Да у меня просто звук залагал. Это, Коль, ты рядом стрельнул? Тихо! Нет. У меня кто-то сейчас рядом стрельнул, блядь, ребят, там еще один чел. Да, все правильно. А, вижу. Где ты это? Привет. Хорош. Я думал, у меня чувак стреляет. А у тебя есть? Не-не, вот это как раз третий. У тебя есть а от этого яди, да? Повезло. Да-да, я укололся. Я слышу, знаешь, тебя можешь прийти? А то. Тут еще что ли? Стойте. Ребята тут еще идут, кажется. Если мне не показалось. С какого ракурса? Ой, с это жирный. Не-не, это походу жирный бегает, я перепутал. Слоги тоже стреляют. Из дома сейчас стреляли. Там деревенщина был этот, но он меня убивал. Нихрена. Человек как-то утонул. А я ж подожгла. А, он их потушил. Ты одного только. Опа. Блять, это откуда? Не знаю. Это откуда-то вот оттуда по мне стрельнули, как будто, ребят. Ну это слоти, наверное. Я никого не вижу. А, они его все-таки добили. Да ну конечно. Ты стрелял с чего-то слабенького, одну полоску всего снял. А, да. А, оттуда. С полей. Я не вижу вообще там никого в полях. Я тоже. Но мне показалось, я кого-то у забора видела, там кто-то шевелился. Вот хз, что-то тут... Там очень плохо видно. Человечек, там много ребят. Можешь, кстати, этих хантов на них эту кинуть? Капкан? А да смысл? Нет, это Тима, мы ее разложили. А, ну так. Мы же убили троих, да? Да. Может, обойдем этого чувака? Который какого? Который в полях сидит. Я его не видел. И не уверен, что один. Короче, я знаете, где видела? Там вот забор, территория, и второй сарай. Мне показалось, что я там видела чувака, потому что я видела движение. Это мог быть это, конечно, и моб. Но лучше иметь в виду.
какая-то гнида на картанах. Ну вообще реально, можем выйти пробовать по левой стороне, но я хз. А у них выход-то вон в ту сторону. У них выход. Ну, туда. Ну да. Ну так-то да, можем принять, попробовать. У меня херово, у меня одна аптечка осталась. Ну ты фуловый? Да. А ты расходники брал вот на там вот? Да, брал. А, ну тогда. Мы можем просто много раз попадали. Можем на локу зайти на охоту. Я тебя, если что, тоже могу полечить, у меня полный набор. У меня аптеки есть, ну, шприц... да, аптека только одна, шприцо. Да ты я знаешь, его. А вы куда побежали? Мы на локацию. На локу. Ты ж что-то хотел, нет? Нет. Я в этом тумане не вижу ни хера. Ну да. Аналогично. Я вот бы, чтобы нас сами тут не обошли. Да легко. Тумане-то и вправо ни хера не видно. Да. Значит, нам надо какую-то позицию выгодно занять. Ну тут нас вообще могут спокойно выйти. Угу. Мы прям что-то кучкуемся сильно. Надо как-то разбрестись немножечко, наверное. Чтоб каждый что-то смотрел, я не знаю. Мне выгоднее быть ближе всего к врагам, а вы чтобы, я не знаю, меня крыли, к примеру. Но они скоро будут с локи выходить. Третить. Челики там сидят. Вон поэтому бежал, спрыгнул. Я пробую поближе подойти с другой комнаты. Он с локи вышел? Нет, я не видела. Он бежал поэтому. Я промазал просто. Там, кажется, это с мобами дрались. У них, может, и между собойчик, конечно. О, хорошее место. Если их кто-то штурмует, для меня место неплохое. Кидают что-то. К нам за забор кидали из дома. Рядом ты куль стрельнул? Да-да. Я хотел в моба, но не попал. Ты это так... Так иногда предупреждают, то это меня уже стреляли, я сначала думал, что это ты. В окне парень. Нифига себе. А которое окно с торца или это... Ой, я отсюда не вижу этого окна. Да вот, Катя, вот то окно. Ну я поняла, с моего ракурса не видно. Мне просто надо на ту же. Там... Я еще одного положил, ребят, или того же самого, или еще одного. И со следующего окна вот там вот чел сидит в окне. Вижу, вижу его, вижу. Все. Положила. Угу. Да. Это метка. Еще положил метку. Здесь еще кто-то. Да. Да? Да-да. Хорош. Что положил? Я не туда кинул этот. Так, смотри, ты сейчас что-то как у нас. Есть кто? Вроде чисто. Привет, милая. Хант. Живой, нет? Мертвый, мертвый. Тут труп лежит. Ну это она, он по нам стрелял по-любому. Бродяга. Да, глушитель. Чё за бродяга? А, понял.
И тут с глушителем тоже. Гвинтвилл, ты внизу, парень, вот еще лежит. О, 50 баксов, привет. Этого я обыскал. Кадвел конвершн и... Так я вот этого обыскал. Шпага. Кать, будешь вот этого обыскать? Да, давай. Кадвел конверсион тоже тут. Мы это мудро, привет, зашли. Сладкий. Так, ну что, пошли на выход? Мы уже достаточно добра так натворили. Да. 1663 бакса. Охренеть. Вот это катка. Мне здесь больше реально делать нечего. Мне нужно на выход. У меня 600. Мне страшно. Еще тут дохло, а чех 4. Да, это я ее убил. Почему 4? Ну я не знаю, может кто к ним пришел. Они его положили. Костный мозг. А это же зомбак там ходит? Где? Да. Ну сейчас я чекну. Да, это зомбак. Да чисто, крутяк. Мы разложили оставшихся. Ну, выходим-то, ребят, чё? Не, ну, здесь жирный, можем его да, того. А я жирного убью. Ну, давай. Вообще, мне бы его с выстрела бы убить. Давай, убивай. Ну, давай. Да можно это... Ну ты давай в него второй яд. Или чё? Ладно, давай быстрее. Пусть Слава стреляет. Да можно сейчас стрелять, просто выстрелим. Да-да, просто выстрелим, чтобы. Перка нет. О, да, у меня 2 патрона осталось. Пойду так, ну, пошли на выход. 25. Один у нас выход. На 45. Где-то рядом был. Сейчас. Варум копну. На 45. Ну, чисто все. Найс. Прям сочная игра вы что, ребят? Хорошо сработали. Ну да, пойдет. А челика же подняли в том окне, которого я убил. Я то динамит закидываю и снова его убил. Ну ты жесткий. Слава, твои руки это, ну ты понял, да? По локти в крови. Не, Кать, ты понимаешь, это первый раз, когда я кого-то динамитом в этой игре убил. Первый. А, да? Это мой первый кил динамитом был. Я не знаю, я, кстати, возможно, не убивал никого динамитом. Да вот ты чё, такое удовольствие? Я не сомневаюсь. Да, кайф. Ну чё, наша? А тут водных этих нет говнюков? Вот есть, вот можно это, хлопнуть. Так, ну один из трёх. Будут ещё. Вон они. Все? Еще одного оба. Ну, а двоих засчитал? Да. Найс. Новые убийцы, блин, капец. Да, прям сочная игра. Мы в туман забрали босса и еще убили сколько людей. Да мы, наверное, пятерых или шестерых точно убили. Ну, посмотрите. Да. Да минимум шестерых убили. Не, мы больше, восьмерых даже, наверное. Ты чувствуешь, какой голос с азартом про убийство Слава заговорил? Да-да, у него аж глаза загорелись, я по голосу чувствую. По-любому, я тоже по голосу слышу. Особенно после той полосы. Да-да. Не, ну убили мы много человек. Ну где-то шестерых, я думаю. Всё, мне кажется, еще игра скажет. Девятерых! Девятерых! Девять человек! Жесткие ребятки. Получено 1506 да, долларов! Охренеть! У меня 7500 уже. Офигенно. У меня 600 долларов. Последний матч, 3 моих убийства. Клёво. Офигеть, девятерых убили. Когда у нас такое было последний раз? Да никогда. Мы, по-моему, восьмерых, по-моему, убивали до этого. Ни да, одного только колкнул, но все равно. Мне кажется, одного. Ты сколько, Коль? По-моему, одного, но я сейчас точно гляну. Я шашку разблокировал динамитную, влагостойкую. И, наверное, еще бомбу липучку. Да, 600 долларов. А вот подарок мне дали 500. У меня один. И одна помощь. Это значит, у Коли, ой, у Славы получается, сколько тебя убийств осталось? Ну пусть зайдет шага. Последний матч, посмотрим. 5. 5 убийств, охренеть. Найс. Ну ты маньяк, Слава. Угу, подтверждаю.